Ассалауму алейкум, джигитер мэнкэздар, калайсиндар, бул каштанов. Менен каштанов реакшн канала Макош Кельзинездер. И сегодня у нас будет реакция на видео под названием «5 странных мест Казахстана на картах Google». Ребята, приступаем к просмотру, но прежде чем мы приступим, коп рахмет за то, что подписываетесь на канал. Кто еще не подписался, внизу кнопка «Достар». Мы перешагнули отметку в 100 тысяч подписчиков, но впереди еще много работы. Миллион подписчиков сам себя, как говорится, не наберет, поэтому прожимаем подписаться. Давайте сразу лайк влепим этому видео автоматически, потому что, судя по всему, видео безусловно интересное. Ну и, ребята, конечно же, подписывайтесь на мою страничку на платформе Boosty. Ссылка также будет в описании. Туда я выкладываю реакции, которые блокируют YouTube по авторским правам. В основном там реакции на полнометражные фильмы и сериалы преимущественно казахстанского производства. Последнее, что я посмотрел, это «Казахское ханство», «Золотой трон». Ну и все топовые фильмы «Районы», «Бизнесмены», «Ликвидатор», «Бизнесы по-казахски в Корее» и так далее. В общем, там есть что посмотреть. У кого возникнут проблемы с подпиской на Boosty, также в описании можно пройти на мой телеграм-канал, куда я теперь с недавнего времени начал выкладывать те же самые реакции, что и на Boosty. Ребята, сразу скажу, подписка платная, она стоит 200 рублей в месяц. Ребята, я не знаю, один донер не поел, да? Зато на целый месяц ты обеспечен контентом и всегда есть что посмотреть, что называется. В Телеграме... Почему я сделал Телеграм? Потому что это будет еще одна альтернатива для тех, кто не может подписаться на Boosty по различным техническим причинам. Видео те же самые, качество то же самое, поэтому не получилось на Boosty, пробуйте на Телеграм. Так, ну, давайте приступать. Кеттик, бәрін таста. Один из самых популярных объектов в Казахстане, которые просматривают в Google Maps, заброшенный пионерский лагерь возле Лисаковска в Костанайской области, на территории которого можно найти пентаграмму диаметром в 360 метров. Опа, пентаграмма, да? Ну, типа, символ дьявола, да, вот это вот все, сатанистские символики. Надо мне отдельно посмотреть про этот заброшенный лагерь. Мне кажется, есть различные видео. Идея, вот идея пришла. Обязательно посмотрю. Узор, повторяющий оккультный символ, образован из деревьев и дорожек. Стоит отметить, что в картах пятиконечная звезда отображается в виде перевернутой пентаграммы, которую французский оккультист Эльфас Леви посчитал сатанинской. О знаке написала английская газета Daily Mail, а Курт Йейтес из Сиэтла, называющий себя бывшим военным пилотом, заявил, что такие рисунки появляются везде, где использовались советские системы противоракетной обороны. Однако специалисты предполагают, что парку в лагере была придана форма пятиконечной звезды как советской символики. А, ну понятно. Понятно. Ну да, кто бы это еще мог сделать, да? Но, блин, ребята, вот смотрите, да, насколько уже в сознании глубоко заложено вот, ну, различными фильмами, передачами, вот этим вот всем, да, фильмам в основном голливудскими, то, что пятиконечная звезда в круге, это значит все, символ сатаны, вот этих различных обрядов и так далее. И я первое, что о чем я подумал, это как раз таки об этих обрядах. Я еще такую думаю, кто это мог сделать в таких гигантских масштабах. Да, ребят, сознание потихонечку поменяли нам сознание потихонечку. Звезда была обнаружена рядом с Актау. Новообразование в диаметре составляет 200 метров. Пятиконечную звезду видно на земле между Актау и поселком Акшукур. Происхождение этого объекта пока никто официально не объяснил. Однако любители авиации предполагают, что на этом месте раньше был дельтадром. По их версии, следы на земле остались от тележек дельтамоторов, а 5 лучей звезды использовались в зависимости от направления ветра. Ну, не знаю. Кровавое или красное озеро... Такая ровная пятиконечная звезда, да? В Атырауской области было обнаружено на Google Maps. Озеро находится примерно в 60 километрах на юг от города Кульсары. Ого. Изначально люди предполагали, что вода могла приобрести необычный цвет из-за состава почвы или наличия в ней водорослей, что растут на дне. Были домыслы, что насыщенный красный цвет виден только из космоса, а вблизи озеро может оказаться обычного цвета.
И особо озадачил людей тот факт, что вблизи Красного озера находятся и другие водоемы, с некоторыми из них оно соединяется протоками, однако их цвет остается обычным. Впоследствии странно. Оказалось, что в озере есть некая старая скважина, из-под нее торчат шпалы и металл. Озеро само не глубокое, ржавеет, вода да? в нем чистая, прозрачная, а дно покрыто железными отходами до ржавчины, и поэтому из космоса кажется, что озеро красное. Ребят, интересно, да, как на поверку все становится банально и просто. Я думаю, те, кто находят подобные интересные моменты, да, они сперва шокированы и, наверное, думают, что сделали какое-то открытие. А на поверку оказывается, что все просто, это следы жизнедеятельности человека. Фотография участка границы между Казахстаном и Китаем, сделанная со спутника, является настоящей наглядной иллюстрацией, насколько разные подходы к сельскому хозяйству и природоиспользованию в Казахстане и Китае. Восточный Казахстан в районе озера Балхаш и северо-западный Китай в окрестностях города Чугучак. Если основное зрелище с казахстанской стороны представляет пустыня, то успехи китайского орошения видны даже из космоса. Примерно в 10 километрах... Офигеть, да, ребят? Ну, честно, офигеть. Почва, климат, все то же самое. Дело в искусственном орошении, а как следствие, вот у тебя уже и поля, которые плодородят, да, что называется. Вот, вот такой опыт, конечно, стоит перенимать у Китая, я считаю. В километрах от озера Балхаш была обнаружена некая звезда Давида, которая была помещена в круг. Этот рисунок сильно напоминает недостроенную военную базу, шестью ямами, образующих звезду, и зданием в самом центре. Если изучить историю аэрофотосъемки, то можно узнать, что этот непонятный круг со звездой внутри начали строить еще в 2004 году, и судя по всему его так и не успели достроить, но также вполне возможно его уже достроили, а его создатели с самого начала так и запланировали. Стоит также упомянуть, что в 500 метрах от него расположены еще круги, но поверх них линии, которые бы образовали еще одну звезду, начертать забыли. А вот здесь можно заметить попытку проведения круга и три конечности для замыкания звезды. Из всего этого можно сделать вывод, что все эти непонятные круги до звезды – это чей-то недостроенный и заброшенный проект. Интересный, да, объект? Так, а тут... На этом, пожалуй, все. Да, на этом все как раз... Такое ощущение, что это какой-то то ли военный объект, то ли еще что-то, как будто бы, может быть, это шахты для опуска ракет, я не знаю, ребят, ну, со всеми видео более-менее понятно, да, но вот с последним действительно непонятно, что это такое. Блин, интересно, вообще, в принципе, штука, да, эти карты Google Maps, получается, ты в любой стране можешь посмотреть, что там делают люди, государство, правительство, я не знаю, там... Секретов нет, ребят, по факту, да? Все про всех знают, мне кажется, там, наверху, на верхах. Ну, между делом, ребята, видео интересным оказалось, действительно. Может быть, кто-то еще знает о каких-то моментах. Ребят, напишите в комментариях, какое видео стоит посмотреть, вот чтобы было вот наподобие этого, такое прям интересное, загадочное. Вообще, мне нравится, в принципе, эта тема. Я думаю, как и большинству, когда всякие теории, мистики, да. Но, опять же, да, как правило, это все на поверку оказывается... Все банально и просто, но как только ты узнаешь об этом, какие-то новые эмоции испытываешь, типа, вау, вот оно, возможно, да, нашли что-то необъяснимое. Но, как правило, как я уже сказал, все объясняется. Ребята, подписывайтесь на мой YouTube-канал, пишите в комментариях ваше мнение, как вам моя реакция. В принципе, если есть какие-то у вас интересные видео, чтобы я на них посмотрел, ну, может быть, что-то тоже увидели, да, недавно, пишите в комментариях или же ссылку бросайте, но ссылки иногда YouTube удаляет, поэтому лучше прямо комментарии писать. Так, ну и, конечно же, подписывайтесь на Boosty, куда выходят реакции, которые блокируют YouTube, и на Telegram-канал. Кстати, есть еще Telegram-канал непосредственно канала Каштанов Reaction, где выходят анонсы, общаемся с подписчиками, как говорится, да, на короткой ноге. Подписывайтесь, все ссылки в описании. Так, наверное, здесь все. Всем удачи, пока.